טוב, בוקר טוב, בג'רם חוק ועשר לפרשת חוקת ליום חמישי לצ'טוורק. חסון של דברי תורה לנשמת כל הכלים לצפת עם ישראל ולפועד עם ישראל, מזכון של תורו של ש"ס ליום משורס נביאים. דברית נביתה. לרשות כל גבול האמורי מענון עד ימבה היבוק, מן המדבר ועד הירדן. Опять мы продолжаем письмо, которое написал Ифтаха Гилади царю Амона, где говорит, что мы не захватывали твои земли, и говорит здесь Навий так. Нави говорит, вершу, я владели они всеми пределами эморейцев от Арнона до Ябока и от пустыни до Иордана. Говорит Рашими Арнон ад Ябок, шата умер шуху шельха хем мессихон лакаху. То, что говорит, что это твоя земля, мы взяли это у Сихона. Дальше говорит, ואתה, אדוני אלוהי ישראל, הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנה, היא גברית. И ныне Бог, всесильный Бог Израиля, изгнал эморейцев от лица народа своего Израиля, а ты овладеть хочешь землями этими. Но мы это с вами вчера прочитали. Что за себе владение? Дальше говорит Нави. Алло, это шер юришха, кемош элоэха, ото тираш, ведь кола шер хуриш адна элоэха мипанену, ото нираш. Ему сказали, что даст тебе то, что даст тебе владение кмош, божество твое, тем и владевай, а всем, что дал нам владение Бог всесильный наш, тем овладеем мы. А теперь, разве ты лучше Балака, сына Цпора, царя Моава, ссорился ли он и с Израилем, и воевал ли с ним? Живет Израиль в Хешбоне и пригородах его, и в Ароре, и в пригородах его, и во всех городах, что возле Арнона, уже 300 лет. Почему же не отвоевали вы их за все это время? То есть, и так говорить, не будем воевать. Это Нави на сегодня. Ктувим на сегодня. Тейлим. 107 глава говорит дальше так. Сто седьмая глава, 16 пасук. Кишибадаль тот не хочет уврехем барзель гидея. За то, что разбил он двери медные, рассек засовы железные. Говорит Раши, Шаюны, Улимбифнем, которые были закрыты перед ними. Эвели Мидер Пишам, Уми Амонотеем, Итану. Больные в наказание за грешный путь свой, за преступления свои страдают. Эвелим Шотим, Ашер Мидер Пишам. Глупцы, говорит Раши, которые идут неправильному пути. ומעונותיהם יטענו בייסורי חלאים, אף הם צריכים להודות כשישלח דברו ויפרהם. יבוטץ כתורי גלופצי, איזה סביב גריחוב סטרדאית עם מושיצה, אני תג שדרשני בלגדלית סיבישניה, כגדה און פשלות צבאי אוסלובה, אי ויליצ'ית איך. כל אוכל תתאב נפשם ויגיעו עד שערי מוות. אומר שתו, את לודי נסטולקה בלעת, שתו גרד, סעקו יפישו עתוירגיות, דושייך, и уж приблизились к воротам смерти. Вы из Акуэля однай бацарла эм им сукотехем йоши эм. И воззвали Господу в беде своей, и Он спас их от бедствия. И шлях деваров ерпаэм вималет мишхитотам. Послал слово свое и исцелил их, спас от могилы. Тех, кто сказали, были про это Тейлим, который мы читаем, перед Песахом. Я думаю, это восхваление. Здесь написаны те, кто должны говорить Ашему Гомель. Те, кто в море, те, кто были в тюрьме, пересекли море и океан и так далее. То мечта на сегодня... Это 107-й был, да? 107-й Тейлим, да. Несколько суким из него. Мечта идет на сегодня. Это глава Хулин, трактат Хулин, глава 12-я. Первым мечтам мы сказали, что у нас есть закон брать яйца из гнезда, но при этом мать отгонять. И мицва это действует только для не своих птиц, диких птиц, но кошерных. Говорит мечта вторая так.
Офтаме патур мильшалеях. Офтаме ровец альбецим альбеце офтагор. Ветагор ровец альбеце тагор. Офтаме патур мильшалеях. Человек наш встретил гнездо с некошерной птицей. Он не обязан яички брать и птицу отсылать. Только кошерным птицам это действует. А если что, некошерная птица сидит на кошерных яйцах. Или наоборот, тоже от этой мицвы освобожден. Должна быть кошерная наседка на кошерных яйцах. Дальше говорит Мишна. Раби Коре Захар. Раби Лезер Михаил. А что если... Они делают гнездо, их надо оставить, но сделают или отгонять? Не, надо оставить. Коре Захар, офта горше дарко лирбот аль бецим шель ахири. Коре Захар, он говорит здесь, птица, или это самец, который сидит на яйцах, или это птица, которая сидит на чужих кошерных яйцах. А Раби Элиэзер говорит, что надо исполнить эту мицву с ней. Вахахами потрим, хахами говорят, нет, что он освобожден, можно написать, вэхэм рувэсэс аль эфрухим, вэло ав. Мы сказали, что мужского рода эта птица, если петух сидит на яйцах, ну, петух опять не срабатывает, это мицва для петуха, потому что эти птички, это гнездо должно быть не мое. Потому что написано в Торе, когда ты встретишь по дороге, это в лесу, на улице, ничейное гнездо должно быть кошерной птицы. А если у тебя на балконе, это считается? Нет. Ну, там есть выходы, когда вы отказываетесь от него и так далее. Говорит, что это ничейное. То гайта... מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח. Если птица крутилась вокруг этого гнезда, летала вокруг гнезда, все то время, пока ее крылья прикасаются до гнезда, человек должен отогнать ее, не имеет права забрать в это время яйца или птенцов. אין כנפיה נוגעות בקן, פטור משלח. Но если ее крылья не дотрагиваются до этого гнезда, он не должен ее послать, а может забрать ее. Птенцов или яйца. Эн шам эла эфруах эхат, обеца ахат, хаяв лешалех, шенемар кан, кен микол маком. Если есть там всего лишь один птенец или одно яйцо, он должен его, должен птичку отогнать, и это яйцо может забрать, должен забрать. Что делать? Сейчас посмотрим. Аю шам эфрухим африхим, обецим музарот, патур мишалех. Если там были птенцы уже, которые могут летать, или яйца, которые уже они внутри сгнили, и от них птенцов не получится, обязан это брать или нет, говорит Мишна, что он освобожден. Мельшалех. Почему? Написано так. Шенеймар веаим рувец аля эфрухим, о аля бецим ма эфрухим бней кайма, аф бецим бней кайма. Написано в Торе. И мать, которая летает или сидит на цыплятах и на яйцах. Как цыплята живые, так и яйца нужно брать такие, из которых появятся цыплята. А если яйца уже сгнили, то есть птичка на них посидела, они там начали проявляться, а потом она улетела оттуда, ушла, не сидела, эти яйца не пойдут. И также он говорит, ума абецим, а как, почему эти птенчики, которые летают, нельзя? Ума абецим церхим лейман, афа эфрухим церхим лейман. Яцу мафрихин, яцу мафрихин. Это все по Торе или по Торе? По Торе, все по Торе, да. Дальше он говорит. Поэтому почему птенчики, каких птенчиков человек должен взять и отогнать маму, только тех, которые еще не могут летать? Как яйца нуждаются на том, чтобы на них сидела эта птичка, так и птенцы только те, которые еще за собой не могут заботиться. Таких птенцов можно забирать, а те, которые летают, уже нет. Есть, которые говорят, то в Шулхан Арухе там есть разные, есть, которые просто говорят взять и поставить, положить на место, есть, которые забирают себе. Шилха вехазра, шилха вехазра, афилу арба вахамиша памим, хаяв шенемар шалех тешалах. Теперь он отгоняет эту маму, птичку на сетку хочет забрать яйца, она возвращается, опять отгоняет, она опять возвращается. Даже 4-5 раз говорит Мишна, должен ее отгонять, потому что в Торе написано «шалех тешелах» – «посылая, посылай». В Торе слово «отошли мать на сетку» написано 2 раза. Отсюда мы видим, что столько, сколько нужно ее отогнать, хоть 100 раз, нужно сначала ее отогнать. «Амар харени нотель это эм, ум шалех это баним, хаяв ле шалех, шенемар, шалех тешелах это эм». А он если говорит «я мать птичку заберу, а птенцов я отгоню».
Говорит, неправильно. Должен отогнать мать. Как написано в Торе. Шалех, отгони мать. Наталя баним вехзиран лакен. Ахарка хазра эм алеем. Потом миле шалеях. Человек, он забрал этих отогнал птичку, забрал птенцов. Потом он вернул их, снова положил этих птенцов обратно. Потом мать вернулась, и он хочет снова забрать. А потом мать вернулась, он говорит, все, он уже больше от этой мицвы освобожден. То есть он... Мать отогнал, яйчко забрал, потом положил на место. Мать снова вернулась. Есть у меня снова мицва ее отогнать и забрать яйца? Да, один раз он сделал, один раз сделал. Да, шалех ты шалах, нет, все, он уже так, как уже один раз он яйчко это забрал, это уже считается, они как его яйца, как будто у него в доме, на балконе и так далее. Вы сказали о яйцах, потом сказали о птицах, о чем речь? То же самое, яйца птенцы, птенцы, которые не летают, и яйца, которые, из которых появятся птенцы. А для чего их брать, а он опять ставит? То он забрал и положил. Теперь мы сказали, отсюда Мишна говорит, что мы видим, то что Тора говорит, что ты случайно с этим гнездом встретился по пути. Поэтому, но если ты уже один раз эти яйца забрал и снова положил, уже это считается как твое гнездо, которое было подготовлено. Да, Мулеса, вы говорите, как так, почему можно это делать? То это закон Торы, поэтому мы сказали... Что это объясняет Зоар, что птичка подлетает наверх и плачет, и просит ангелов-покровителей своих, чтобы заступились, что как так, дети отгоняют. Тогда Бог говорит ангелам, смотри, ангел этой птицы, птичек, защищает от своих покровителей. А почему никто из вас не защищает еврейский народ? Поэтому вот эта мицва как бы пробуждает милосердие Всевышнего к еврейскому народу. Четвертое. На балкон, как поступать? Нет, ничего. Анотель эм алабаним. Раби Уда умер локе. Человек, который взял мать на сетку с птенцами. Раби Уда говорит, он получает малкот за то, что он нарушил запрет Торы, нужно ее отгонять. И не обязан ее потом отпустить. Но говорят, хами умрим мешалех веэну локе. Хами говорят наоборот, он должен мать птицу отпустить. И малкот не получает. Почему? Вот следующее правило. Зеаклал, вот правило. Кол мицва лота асе, ше еш бакум асе, эн локин алея. Любая мицва, запретительная мицва, которая написана в Торе, про это написано, не бери мать с птенцами. А он забрал. И может у нее исправить. Как это может исправить? Отпустить эту птицу. За этот грех он малкот не получает. Почему? Потому что эту запретительную мицву он может исправить через повелительную мицву. Поэтому он должен исправить эту мицву, но малькот не получает. И пятая мишна говорит так. Ло и то ладам эм алабаним апфилу летахер эта мецора. Запрет. Человек говорит, не имеет права брать мать и птенцов, или и птенца, даже для мицвы. Например, человек, который прокаженный, для того, чтобы его очистить, ему нужно две птички. И говорит мишна, не имеешь взять права мать и птенца. Или. Почему написано ума и мицва калаши и кисар амра тора леманитав лах варахта ямим кальвахомер аль мицвот хамрот шеба тора хушма шель мадмем тана умариха. Теперь говорит мишна, если мы видим, что вот такая маленькая мицва, которая недорого стоит, в Торе написано награда за нее, ты исполнишь ее леманитав лах варахта ямим, для того, чтобы было тебе хорошо и удлинились дни жизни твоей. То есть за такую мицву, которая стоит пол копейки, ты просто пошел, отогнал яйца, поднял, положил на место, то тем более, и ты получаешь такую награду. Но тем более, говорит мишна, за более строгие мицвот человек получит еще более большую награду. Написано, гумалай тавлах, бейом шикуло тов, дахайну лаулам абба, улман ярву ямим, лаулам шикуло орах, лаулам абба. Селик масехет шехитат хулин. Теперь, как мы сказали, поэтому... И он говорит, Гмара объясняет так, где тебе будет хорошо в мире, ламан и тавлах, чтобы тебе было хорошо в мире, который полностью хороший. Это будущий мир. И также мир, который бесконечный, у тебя продлятся дни в мире, который бесконечный. Что вы делаете? Скорее всего, на балконе вы можете взять, отогнать птичку. Если сидит, отгоняете птичку. Да, отгоняете птичку, поднимаете яйца и ложите на место. Есть, я знаю человека, который, это его парноса,
И он берет за это деньги, и не маленькие деньги, но он говорит, что эта мицва помогает, он находит вот таких, такие гнезда в лесах, и там есть благословение Шехьяну, помогает, он говорит, что он видел много, что это помогло многим жениться, выйти замуж и так дальше. Это сгула, это редкая мицва, на нее есть благословение, и также есть Шехьян, потому что мы ее, когда исполняем раз в жизни, может быть. Mm-hmm. То это Мишнаёд на сегодня, мы закончили Хок Насэль на сегодня. Да, 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 можете. Вы можете мать отогнать, поднять, сказать, я исполняю мицву по Торе, отогнать мать и забрать яйца, поднять яйца, положить на место. Бару Хадона Лёла, амин, ве амин. Мы можем сами гнезда делать? Опять, это мицва на чужих гнездах, не на моих. Да. И отогнать, если так сделать, он улетит и все. Да. И надо куда-то за третью землю взял.